Привет, снова с вами я, Ярус, и это четвертая наша часть. Движение из третьей части закончилось вот этим. Движением, и отсюда мы начинаем. Правую руку вводим вниз, одновременно с левой совмещаем впереди. Затем ладони вводим тело назад, когда выпрямляем руку. Затем тело вперед, ладони на себя. Пум. Закрываем лицо, разводим ладони. Делаем горизонтальную линию, опускаем на живот. Правую руку берем и скользим ею по левой. Скользим локоть в локоть. На тело. Еще раз скользим. И совмещаем. Здесь делаем такое положение. Ладони влево, горизонталь, вертикаль, горизонталь и вверх. Описываем квадрат. Это последнее движение четвертой части, и на этом мы заканчиваем. Танцуйте качественно. Теперь я вам покажу каждую часть медленно, на средней скорости и на быстрой. Спасибо за просмотр моего обучающего видео. Я надеюсь, мы еще увидимся снова. Всем успехов и удачи. Пока.